Тут же два танка, правильно? Ой, спекайся в медведя, чё шо? Нет, тут одного. Сейчас я бан... засумоньте меня. А как в одного, если дракониха сядет и скелеты останутся? Что мы делаем? Скелетов бьем, блядь. А нам надо так посадить, чтобы не было скелетов. Ну, если такая тема, то бьем скелетов. Добиваем. На драконику-то похуй. Не, ну это да. Не, просто знаешь, что два танка били, я видел. Не, в одного убьется. К одного ДК. Сейчас я резистов куплю себе. Пиздона, так больно. Интересно, законтроленная сова, блядь. Санцепад спрокнет, блядь, если книг попадет в кого-то. Ну, у нас же две совы. Вряд ли их две законтролит. Значит, первую сову будем выводить, если две совы. Одну из сов. Т4, сакра, гимн и выводим сову без дот. А засуманьте ДК, засуманьте ДК. Короче, смотри, паладин и шаман, когда этот пиромант на вас дебаф бросается, вы должны будете в лужу под боссом зайти, вас кинет в МК. А так вы на рейнже от босса стоите. Потом будут законтроленные люди, когда переводиться, их надо вывести из контроля, типа подбивая их без дот точечным уроном. И под конец, когда они выходят из контроля, под ними бросается лужа. На лужу отходите на рейнжу, там фрейм у нее маленький, но фрейм у нее на самом деле больше. Отходите на метров 15-20 игровых и просто этот вот, стоите, хилите, типа и трэш сливаем. Все, все так, типа с пиромантом под босса в красную лужу, засумоньте, пожалуйста. И от лужи синих таких из законтроленных отходим. И контроли тоже раздаем там. Будем смотреть, кто кому контроль дает, кто... кого берет в контроль. Поставьте шкаф, засумоньте ДК, пожалуйста. Понял, принял, бегу сам. Мы на трэше столько хуярили, трэш отбыл тебе это. Не водить глазиком, но это самое. Осколки пососать. Выйдите, пусть чернокнижник осколков наебашит. Там моба, затаунтите кто-то. Лыбой. Накинь щит, потанчи моба. Пусть лок насосет осколков. Дуэли ебашит, понял, понял. Сука. А есть у кого-то эта хуйня, чтобы запускать урна? Войд есть у тебя? Все, хуйня, лоб на улице, мы его убьем, хорошо. А что, ни у кого больше нету? Получается, нет.
Там же обугленное должно быть. Я хуй знаю. Это типа Молчазара надо убить, чтобы вот эту хуйню сделать, или как? Угу. Угу. Шо, мальчик? Сейчас лог добежит, шкаф поставит. Ты к ним пробишь, и на книжник дурыга засуманен. Вон там, с той стороны, где печенька, тусуйтесь. Я вот тут вот буду танчить где-то плюс-минус. Где черепочек. На ренже стойте, этот вот. Милики, если вы умеете, плейбой и маленький, но лучше я вам не доверяю, лучше сразу в РДД-зоне стойте, запускаю его. Дай апкрик. Ты хочешь на третью зубы? На вторую, на вторую. Ну ладно, давай на вторую. Сейчас каст будет, плывы убегаем. Блин. Можем, кстати, без зубов. Думаю, но я дам, но я просто захилю предиктом. Не умею, просто понял. Не, это тебе ничего не надо. Ну ладно, я дам там. Если просто будет такая ситуация, то как бы ничего страшного. За агро смотреть. Давай зубы. В этот зашли. На ком метке только. Всем не надо идти. Ой, ты разберитесь с собой, кто кого контролит и кого мы выводим первого. Рогу выводим. Ну а кто какая сова кого поднимает? Давайте, может быть, ибицу первого убьем. Выведем. Войд Фури поднимает Сенрицу. Боя поднимает вторая сова. Пиццу выводим первую. Она улетит или она еще сожжение мне сейчас будет погружаться нахуй? Три сожжения же, правильно? Не будет, наверное. Да не, будет. Это было три? Или... Да. Уйдите, не выбегайте, отходите от них. Контроль дайте. Второй контроль. Ибицу можно бить уже. А, я без пух. По этой. Я тоже. На роге без пух. Фир. Ёбаный фир. По ибице точечным уроном без дот сыграли. Прохиливайте. Лужа сейчас... Сразу же выбежали оттуда. Выбежали. Выводите кого? Выводим дальше. Надо трэш убить. Он вроде. Я без пух. Две лужи. Потом по ним дал, ёбана на ёб. Сыграйте в трэш. Дайте контроль. Ну вы сейчас убьете. Рогу контрольте, надо трэш залить, прежде чем сядет она. Фиря его, а тут ибиться. А кого фиря? Кого ферять? Давайте ему циклон когда. Что дальше от атаки от лужи? Рогу не закливайте. Все эти лужи будут, мы отклеим. А через сколько? Или когда третьего мы выбиваем? Когда третьего она прилетает. Поэтому трэш надо чистить весь. И все. Второго вообще не надо выводить, пока не разобьем. Но это ладно уже. Это уже детали. Главное третьего не вывести. Корни по нему урон дают. Лучше
Ну хотя ладно. Он ванишнул, дайте туда, вихрь. Ну все. Блять, залупа. Напуливай на него вот эти. Вот стрелы. Сейчас нужны зубы. Вообще, типа. Ну, блять. Ты не, хоть не тактику почитал, я не знаю. Вайп, да. Я типа, ну, я знаю, что мы выбивали двоих сразу. Двоих сразу выбивали. Третьего, а потом. Давай же пойдем. Ложитесь, ложитесь. Смотрите, короче, вар всегда должен слить массфир. Рога всегда должен слить блайнд и два ваниша. И кош. Ну или сколько? Один ваниш. Ваниш, кош всегда должен быть слиты. И блайнд, ну, обязательно. 20 секунд ваниш. Ну он всегда должен быть слит. Ты вот сейчас ванишнул корни, из-за этого, когда ты подошел в миле и тебя вывели. То есть как бы, ну чел-то просто били ауе, то есть как бы косяк у него, там их. У него ваниш 20 секунд, когда? Да. Ну, ничего страшного. Типа, пока до корни, типа, ванишу. Ну, корни — это вообще хуйня. Не контроль. Ветерочек. Три вихря, два фера. Вот, у него диминишинг есть. Ну, три вихря, два фера. Если в миле, где заливают трэш, значит нужно отвести трэш. Давай, конечно. Он может убежать в фере. Но вообще надо трэш отводить. Такого не должно быть, что милик, типа, где-то рядом чилит. Там вообще как, типа, вы выбегаете в костер, и с вами идут чуваки, которые вас контролят. Дают вам там контроль, и вы там стоите, отдыхаете в контроле далеко. И потом по одному выводит. Там еще какую-то баночку пить можно. Но это все хуйня. По-моему, тут баночка не работает. Не, я ходил, паладин пил какое-то оцепенение или как. Да, да, зелье оцепенения вот это. Но вот. Там хуйня. На молче также пьют. На молче пьют, да. На молче есть профит, конечно. Тут это шляп. И так контролей просто миллион у всех классов. Вы, бля, плейбой, из костра нахуй, ну, когда она улетает, не надо в рейд бежать, вам наоборот как подальше надо стоять, понял? Вы, наоборот, лучше на ту сторону съебывайтесь, наоборот. Ну, вам надо, не, вам надо стоять на рендже каста, ну, то есть 40 метров от рейда. 30-40 метров. То есть, если босс стоит у нас в черепе, то вы вот тут стоите. Гиприз сейчас. Вот тут. Вас идут чуваки, дают вам контроль. Да. Здорово, приставов. Смотрите, вара можно этот корнять. Типа, есть смысл. Ну, рогу с ваннишем 20 секунд вообще не смысла корнять. Поэтому рогу фиряйте. Ну, естественно, циклоните. Шо, пуляю? Дай масло намажу. Все готовы? Готов, да? Гайте костер. У тебя еще зеленка осталась, да? Да, я только кровь нажал. Ну, давай, все равно на вторые дам, потому что у меня зубы открылись. По что надо давать зубы? Ну вообще, самое эффективное — это когда трэш дохуя. Когда вот такая вот шляпа, как у нас. Ну, можно под второе. Дыхание, это жжение. Uh-huh.
Первого надо Void Fury. Обязательно. На пуху там нет. Но у меня пухи сняты будут. У меня тоже. Первого Void Fury, сова выводишь. Ну и можно подальше чуть-чуть бежать. Ну, когда будет подниматься. Ближе подойди к боссу. И Void этот, слей Starfall только. Такую мало тут. Кровь нажал. Ну, циклон. Суету, суету поднимите, суету поднимите. Понимаю. Да, ну это пиздец, ты слил Starfall или нет, на Севиле? Нет, он со Starfall ебанул, конечно. Ну а почему ты не слил Starfall? КД был. Что, мы ложимся, или что мы делаем? Да, конечно, ложимся. Ладно, пиздец. Босс барьер. А чё его никто не выводил? Никто не. Чё ДД все делали вот сейчас? Ну, хилы понятно, там пал отлетел сразу же. Так вы не били его, вы его не били. Так я говорю, сова, типа, тебе, блядь, ладно. Не фартануло. У него откатило в контроле. Вы понял, у него в контроле Starfall откатило. Да я понял. Ну, кто-то больше одного раза был, должен знать, что, типа, Starfall, блядь, жмешь не в ротацию, типа, а между фазами. Хавайте рыбу. И кожу сливаете тоже перед контролем. Все дефы, эфиры, хуйню нахуй всю. Тучу на престах. Ну тучу похуй, наверное, приступ пристану. Да и кожа похуй. Главное, чтобы бурста не было. И масс-контроль. Как у Вара. Бля, он даже на сервисе адонами пухи снимает. Я не буду. Я еще не понял, что танк не хилится вообще. Ну типа то, что танк проседает там до 5000, это какая-то хуйня. Ну, че пал-то КЛС делает? Ты зеленку на первую отдавай, блядь. Я отдаю танк на первую. КЛС. Да танк-то ни при чем, тут его автоатаками и костром, просто стабильной ОЕшкой пробивает. Запускай, запускай, все готово. Я первое под кровью живу, под крестом с щитом, оно надо похуй. Зеленку отдавать, для того, чтобы не вешался стак, увеличивающий дамаг на 200%. Да, да, под первую зеленку всегда дефолт. Я понял, понял, понял. Так она откатывает. Да-да-да, она по третьей откатывается, правильно, правильно. Эти милики. Выбиваем, получается, Вайда по Ибице, жабу, по Присте, циклон.
и всю хуйню, фиры, блядь. Оку жабу обязательно дать. Пристав циклон, сову выбиваем, бойда. Его салом закроем. Можно сразу его бить. Давайте, давайте. Бейте, бейте, бейте. Бейте, не будет, бейте, 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 бейте его. Вайда, бейте, пожалуйста. Выйду, выйду. Ну. Стоп, урон. Стоп, 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 стоп. Ну хильте, хильте, мужики. Все. Поднимешь ты, друид, я фул доты. РДД, отойдите подальше. Остаются там только те, кто контролит. Две совы. И лок. А, лок сам. Значит, две совы. А, поциклоньте, пожалуйста. Он стоит, просто дотает. Пытку на прикасте. Ёбаный в рот, наш. Леди в хэме убивать. Ну, ветер нажать. Извините. Да саппорт у него идет, пусть нахуй идет. Пускай кастует. Кастует. Кстати. Вставали. Че там, конфа заехал? Выводите суету. Да-да, суету выбивать. Для фул дот ему там. Лок там должен стоять в контроле постоянно. Есть жаба, есть ходж, есть сайленс, есть вихрь. И шаман может кикать каст по КД. Сначала весь трэш заливаем, потом уже. Не, ну уже лучше, блядь. Аспа на друид, дай бы я плейбою. Можешь, есть функция такая. По плейбою, да, эти камни приспал. Хаосболт, кикните этот фир, отведи. Выбивайте лока по чуть-чуть. Да можно выводить, не по чуть-чуть, уже надо. Там, потому что трэш по времени, он может еще выйти. Еще пачка. Залупа будет. Вот он и вышел. Блять. Это второй. Ничего страшного. Пос когда сядет. Только дайте ему агро. Брат. У меня с ебучих нахуй. Хильте танка уверенно, и миликов. Прям уверенно. Оверхильте. Чем стоим? Каплю под первое дыхание паладин. Отойдите костер. Назад. Трэш нужно добить. Там еще один. У него сыграйте. Он на зеленый. Он спрашивает Геру. Можно Геру до? Я думаю, не. Перманта. А, под перманта дать? Можно 5 Void Fury, Void, ты не убей нас только Starfall'ом. Вы уводите сразу. Ну да. Ну вот куда же тебе по-любому. Ты сейчас какую прожимку жал на сожжение? Не зыбку и кровь, оно хладный доспех. А, ну это много, да, это много. В доспех, походу, улетел, вообще не ударил. Не, он просто щит не пробил. Под твоим. Так, на верочку, но все равно так. Да, да, да. Ну вот такие вот КД, типа там кровь, а у тебя сколько КД швится? Кровь минут. А, нормально. Кто там воет, кто еще? Нас бэт.
Войт, Ибица и Зенрицу. Жабу. Зенрицу последним. Жабу по шама... Ой, по этому по локу. Выводите. Убивайте его быстрее. Быстрее, если что, умрет, не страшно. Потому что Старфол это пиздец. Блядь, какие Старфолы нахуй? Можете по роге дать что-нибудь? Циклон у него. А? У меня пухин, пухнет. Я с дизармом бегаю в замедлении нахуй. Весь в дерьме, блядь. Сразу. А вот моя вот эта вот хуйня. Давайте он идет атаковать. Ну, выводите рогу. Выводите его. Доты. Угу. Все норм. Две крипа, пожалуйста. Все, а Ибицу тогда уже... Ну, надо не умереть от трэша сейчас. Так, я сними крипу. Могу, нахуй. Все, ну, не понимаю. Я не услышал. Контроль. Контроль Ибицу. Два вихря, еще один, потом фир. Жабу, жабу, заткните жабу. Жаба уже была. Подойди фир, дай, суета. Сапрод, да? А, Лаваровский, хорошо. Все, жабы, не надо уешить. Водите лока. Следующий трэш надо ждать, наверное. Ну ладно уже. И отходите, отходите. Сюда, от сюда, где лужа, босс сюда ставь. Мы сюда бежим, где здесь старая лужа. Скиньте иннер в ДЦ. Отводи к синей фиолетовой круглой луже мобов. Я дебаф буду ловить, понимаешь, Войт? Мне нельзя туда. Ну и босса туда поставь, вон она исчезла, туда иди. Туда иди, а мы сюда назад к сове крестику идите. Да-да-да, перебегаем. Быстрее, быстрее, скоро костер. Блядь, что с этой драконихой ебучей? Да забей хуй, стой спокойно. Будет меня кто-то дергается, блядь, страшно. Я загимлю. Да трэша бить. Есть же зеленка, все в порядке? Да-да-да, все, все красиво. Парни, по трэшу надо. Трэш, ребята, играем, там клива нет практически. Наконец-то Вара взяла. Варфир слил. Хорошо, надо опять Вайда первого. По суете жабу, по Вару циклон. У меня кдешится, скрипся. Да, закрою салом. Ты его зарутаешь потом. Да вам только... Вар, сам в жопу отходи. Чисто, чтобы тебя каз доставал. Ну как будто. Сколько до взлет? Сейчас уже будет. Сливайте всю хуйню свою. Она не пишет таймер, если что, взлетки. Угу. Я, по крайней мере, не знаю. Она взлетает после третьего сожжения, но оно уже было еще чуть-чуть. Там время есть. Да, 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 да. Я в кота прыгнул там. На, нормально. Старфол на кадета. Я без пух. Вара, ротать, плывет суету в жабу. Отходите от лужи отходите. Отбегайте, паф вешает очень хуёвый. Только не умрите от трэша. Блять, не уешь, мать, бой. Ну, а чем бы сделать? Тебе надо чуть-чуть переведи, да, чтобы вар на нас был, да-да-да, правильно. Во, все, пусть он в рутах стоит, отдыхает. Вар вообще в рута нормально, у него быша нет. Просто если АУЕ в него не будет прилетать, то он будет стоять миллион лет. Че, Вара выйду? Не-не-не, суетун доводит. Выводите, можете, пончику.
отбегайте от лужи. Вар вышел. Только по вару не бейте, потому что если вы сейчас дадите АУЕ, то мы вайпнемся опять. Надо трэш убить. Как ищет лут? Сейчас я поставлю. Контролируйте, что на нем корни, обновляйте корни, потом 20 циклон, потом опять корни. Можно в мобов синюю джагу попросить? Нужен. Давайте, Вара. Давай. У тебя есть Т4? У меня? Да, да, да. А, есть. Ну, сейчас, если больно будет, нажми. Ну, почему? Вон трэш. Может быть и больно. А, ты имеешь в виду, когда босс сядет? Да. Босс и трэш — это самое страшное. Все на этом вайпаются. Поэтому я вам и говорю, то, что сначала контроль... Ну, да он контроль держит. 300 тысяч, смотри, сейчас уже... Ну, блядь, сейчас кара занерфлен. А, занерфлен, я даже не знал, что я нерфлен. Можешь нажимать, кстати, на всякий. Я кровь нажму. Блядь, что с ней нахуй? Да поставь ты ее в любую сторону. Отойдите оттуда, парни, сейчас костер будет. Блядь, она бегает сама, дура эта, нахуй. Ты ее поставь просто и все. Трэш, доиграйте? Да, трэш. Два ляма. Плякич. Ну вот, ты меня заебал. Да ну поставлю, но я сейчас, ну, мне сейчас неудобно это делать. Ну вот ты вот так вот встал и все. Все равно один пух, только сова, понял? Все, просто добиваем. Кайф. Какая победа от Д. Так, ну... Сейчас я раздолю вам эту всю хуйню. А, тебе надо отказываться? Я этот вот, я лут въебал. Роль ты в спину. Или шо это, грудь? У нас просто сова пух, понял, типа. Никому в груди. Так сова-то нормально пампит. К нему вообще вопросов нет. Двуручная посох. Они хотят анролом, чтоб я что-то забрал, типа, на всех, понял? А, ну печеньку, конечно. Ну да. Ну мы ее, типа, если я ты анролом заберешь, просто между собой ролить будем, да? Да, да. Ну, да, я думаю, можно ее. Если мы сегодня копыт на копыта пойдем. Вот вопрос. На молча, наверное, нет. Если на копыта нет, то можно нарулить печей. Если не пойдем, то тут просто нечего больше забирать. Потом эту печеньку паролим или занролим, сейчас заберемся с ней, короче. Этот вот, куда мы на смотрителя дальше? Да. Что, шмотки никому не надо, ни посох, ни грудина, они в боссе остались. Да в смысле, ну... блядь, давай мне скинь нахуй. Закинь мне посох тогда. Посох ему закинь. Грудак мне у меня на... есть. Грудак. На свапух в диспе. Грудак, может, тоже кому-то надо будет. На заебал. Подождите, так, грудину кому надо? Да мне кидай, заебал. На оф. Ну рельните, если в свой дом, друид, если тебе на оф. Рельните. Ну, давай ему, пускай забирает, у меня такая лежит, блядь. Хули шмот оставлять, это хотя бы распылки стал пропасти. Посох швепсу? Да. Три дырки все. Ебать ты кадр, нахуй шмот оставил, пошел, блядь. Ну я его пролил, вы не ролите, типа, ну. Так кидаешь, принудительно, блядь, я всегда так делаю. Все думают просто, что кому-то там надо. Это за лупа не нужно выпало, блядь. Че, мы сейчас на Арана получается, да? Там еще смотритель. А, блядь, смотрите. И у нас в 9 часов этот чернокнижница уходит на РТ, нам надо будет замену найти. Здесь не теплый бой. Теперь понял, как эта погибель работает.
почему этот вот нахуй, почему этот... Да нихуя сложного нету нахуй. Не, я понял, типа, там оно вот этот стак вешает, я внимания не обращал, а надо вот этот стак выведить, чтобы по мне меньше летело. А я смотрю по аккаунту, мне прилетает, ну, в саппорт нахуй 46 тысяч, например, и по мне нахуй 67, блядь. Ну что за хуйня, ну бить какого не может. По аккаунту, ну? Да, да. А ты за смотрителя шаришь, убиваете его? Да, да. Смотритель легкий, ну, смотритель там проблем нет. Даже с фулпугами его убили. Давай только 3 хила, блядь. Да сейчас столько этого, столько урона, блядь, что просто можно всю кару в 3 хила идти, но долго. Типа нет, с ДЦ не надо в 3 хила воить, зачем? Да, блядь, потому что не хочу на сове подхиливать, блядь. Под какие-то определенные руны, я знаю, я вот когда с челиками с кем-то ходил, они говорили там третьи, седьмые или что, там какая-то хуйня летит. И, ну, типа, по там... сути, ДПС это хуя, как бы, хую, блядь, типа, да, первые руны там Т4, вторые руны сами прожались. Но, блядь, там момент есть, когда надо себя подхилить. Если себя не подхилить, можно что, может хил проебать тебя, блядь. А щит-босс, типа, каждые руны вешает на себя? Я понял. Не, ну погибель это уже победа, но... Ну это печенька, да, это важный босс. Ну он типа не на самом деле. Это, ты мне говорил, что кто-то из твоей пачки, а я хуй знаю, кто из твоей пачки, кто-то говорил, пойдет в гильдию. Мы сейчас это потом все обсудим, Войд. А сейчас... Те, кто с этой не, если я ПГП, я как бы пошел бы, похуй. Я пока не знаю, нахуй гильдии, во-первых, пока нету, блядь. Я вот там пару пугов набрал, 230-х, блядь. Ну, типа, ну, они не консул лут, не хуй, не ИПАУК. Типа, без среза, типа, если ИПАУК, то это вообще не понял. ИПАУК за лупа, блядь, ты вообще видишь, челы, нахуй, лутают 3к, нахуй, за рейд. И, ну, снимают по 200, это полная хуйня вообще. Ну, мне вообще похуй, на самом деле, тут лут, ну, типа... Ну, это тебе похуй, потому что ты на танке играешь, блядь. У меня в рейде 10 кастеров, блядь. Да, и ИПАУК за лупа. Это пиздец, это вообще. Все системы за лупа, и ИП, нахуй, и консул, и ролл, нахуй. Да нет, просто кастер за лупа. И кастер за лупа. И игра это за лупа, блядь, и нахуй. Самое нормальное ИП, ГП, когда, например, срезает ИП, до 20 тысяч в конце недели, а все, что сверху срезанное ЕП, срезает еще в процентовке ХП сверху. Это самое стабильное. Хуйня, понял, как оно, типа, было такое на Сирусе или нет? Например, у меня есть 60 тысяч ЕП, срез ГП 20%, и в какой-то процентовке, я не помню в какой, мне вот эти 40 тысяч ЕП снимают, если я дохуя нафармил, и от этих 40 тысяч срезанного ЕП у меня еще ГП режется. То есть, чем больше я ЕП выфармил, тем больше у меня в конце недели ГП срежется. Ну, это хуйня какая-то. Не, мы блять, так всю жизнь... Вот да, я, понимаешь, я так послушаю челиков, которые всякой вот залупой играют, всякой, блядь, там, процентовка, нахуй, 20, 10, 30, 15% в неделю, 50% в неделю, нахуй. Ну как людям охота свой ебучий мозг, нахуй, заебывать этой ебаной обоссанной системой, блядь? Хм. Да не, просто стабильно снимать там 15% это самое норма, и не заебно, ты просто пишешь одну команду, блядь, одну строчку. Ну, вот смотри, вот тебе мудрость жизни, блядь. Чем меньше процент среза в неделю, тем дольше ты будешь от ГП освобождаться, нахуй. Да да, кстати. Тут, тут должна быть золотая середина. Оно должно срезаться ощущаемо, что ты, блядь, придешь в следующий КД и не будешь в самом низу, нахуй, по ПРу, блядь. Хотя бы поднимешься на пару позиций, блядь. А если 15, там 10, блядь, даже 20%, ну 20 более-менее еще. Вот 15, блядь, ты будешь месяц ходить, нахуй, внизу будешь по ПРу. Зависит, там, блядь, все математически зависит от количества ГП, которое несгораемое. От количества ИП за рейды, блядь. И опять же, самый спорный момент, это начисление ГП за косяки, блядь. Некоторые гильдии угорают, нахуй, я вообще, ну, смеюсь, блядь, ну, за маты ГП, нахуй, или за ссоры за какие-то ГП, блядь, ну, чё за бред. Ну, это фрики, нормальные это гильдии так не угорают. Мне из всего времени, что я вов играю, понравилось в Экзальте, это когда в год открытия, блядь, я пошёл, там, ну, Ульдуар был, я пришёл в гильдию,
Там в правилах написано, блядь. Ну, консул лут, типа там все. Они топ-гильдия считались. Сейчас не знаю, топ, не топ. И там написано, блядь. Любой вопрос по поводу, почему эта шмотка тому, а не тому ушла, за это вы тигрите из гильдии сразу, нахуй. Ну, типа, консул лут, это консул лут. Вот, все, блядь. И мне нравится система ПГП, которая автоматическая на офе вроде. Я не знаю, с какого патча она появилась. Но она автоматически считает, у кого по статам шмотка больше даст. Ну, на какой класс, там все как положено, блядь. И просто отдает этому челику. Ну, там автоматически считает тут все. ГП, ИП, приоритеты, блядь. Вот. Ой, система, у нас проблемы. Забаньте одну хуйню. А так, нахуй, дырок дохуя. И у ИПГП, блядь. В консуле дырка единственная, нахуй. Если у этого авторитета нету, у того, кто раздает URL, GM, там, то челики как бы идут нахуй. А если есть костяк, и все согласны, ну, с тем, что URL, GM будет рассуждать, раздавать там, по своим критериям, там. Допустим, надо танк в первую очередь одеть, дали ему там шмот. Или надо, допустим, соф одеть в первую очередь, они там больше всех дают. И демона. Вот им и отдали шмот. И никто не против. Если против, пошел нахуй, типа. Вот. Да, у нас молния первая. Баный в рот, нахуй. Че трэш 4 человека бьет? Идите бейте, мужики. Маленькое уебище на разбойнике, я сейчас кикну нахуй, возьму рогу. У меня рог неделю просится в какой-то стейк сходить нахуй, ну блять, нормально. Ты на каждом трэше мразь афкашишь нахуй. В каждом трэше уебище. Потише быть, шляпа. Так как рогу разве берут не только для трэша? А, это мутик? Ну, это особенный долбоёб, понял? Ну, так мутик я выешу сильнее комбо. Ну, не бажит пиздец. Да что-то я вот я не вижу details. Так я в кабу. Животное ФК. Ну я понимаю, я к этому говорю. Просто трэш чистить полчаса тоже не прикольно. Мы и так в три хила идем, это значит, что надо все быстрее делать. Не, ну вот 4 ДД бьет. Ну вот. Бля, шуман вылетел. Шуман, давай не будем. А, твой Фьюри тоже не вижу. Шуман, наверное, интернет как-то не написал. Типа фризит. Как он же рассказывал, какая там и система мощная. Блин, не знаю, я, наверное, единственный человек, который может с любой системой ролла играть. Вообще похуй на этот лут, блядь, главное, чтобы убивалось. Не туда. Выходи. А, да, выходите. Ой, поворот не туда, да? Как они не починят эту хуйню моб на косту, блядь, где под кастует нахуй на лету? Нет. Сейчас молния первая. На ренжу становимся. Сейчас вам макрос скину этой хуячки в дискорд. Вот. Это чтобы сбивать каст, у кого нет. По сферке играем, на ренжу становимся, проводник из милизоны выносите. По первому шару все свечите. Когда будут руны,
будут руны. Босс будет стоять в черепочке, в печеньку бегаешь закрывать маленькими разбойники. Плейбой в сторону луны закрываешь, выбегаешь из мелизоны. Ну ты помнишь, как ты туда выбегал. Uh-huh. И вдалеке закрывает со стороны смотрителей суета, Ибица и Аспана. Вот тут вот с этой стороны луны закрывает Войд. Помогает ему паладин Холик. И центр смотришь Швепс, руны. Под боссом закрываю я на танке. На ядовитом все становимся в центр комнаты. Вот сюда вот, сейчас метку ебану. В трусики. И вокруг трусика по квадратам я буду бегать. Кидает, ну, иногда по 3-4 руны на одну сторону. Если что, смотрите, перебегайте на ботинках, на ботинках. Когда ядовитый, все в центре становитесь, милики не бьете. Давайте быстрее, 20 минут у чернокнижника на вот эту хуйню. Ну я вообще за то, чтобы в два хила бить, типа, ну, они захилят, тут не похилить, на самом деле. Я за три, блядь, чтоб чилить, нахуй. Не-не-не, давай в два пульнем, не будет захила, нахуй, спекнемся. Сдохнем, нахуй, значит, ГП получше. Ну, слушай, тут телема просто, не сильно много депоса, поэтому смысла нет. В хиле будет, тогда хилами в центре стоит. Понимаешь, там был бы заряжен, а так. Под руны в центре, ну, вокруг трусов растасовываетесь и там мне помогаете лево-право хилами закрывать, если какие хила. Давайте на фул чек. Сейчас я босса пуляю там. Скажи мне, какую метку закрывать, если что. Шаману. Шаману. Если что, в луне помогаешь. Шаману. Шаману, центр, луна. Угу. Все готовы. Я пуляю, милики на ренджу. Крикни апогором. Я помню. Сейчас я отчет вам даю. По первому шарику все смичите, кто не умеет, тот не добивает. Маленький не АФК на трэше, бо это запало уже серьезно. Ты заткнешься сегодня? Нет, ну типа, что нахуй, мы идем, блядь, 4 человека провозим, нахуй, это нормально или нет? Спас и хилас. Что возьмите, проводник сейчас будет. Ник, ну, Аспана сбивает. Сова, блядь, ты на приколе. Сова, скажи мне, Аспана, зачем ты разбиваешь шарик, если ты не умеешь? Да к тем, да. Совушка, да, дружочек. Ты умеешь разбивать касты? У тебя на экране появляется кнопочка. Вот. А почему ты не сбил сейчас каст? Ты же добил. Я вам скинул в Дискорде макрос на кнопочку. Вот, так а в чем проблема? Почему мы вайпнули? Солушка, что случилось? Хилы хуёво хили. У нас встать нет ни у кого? Крест, БР. Ага. Камень. Я уже бегу. Завтыка не завтыки больше, ну смотрите за кастом, у вас у всех на ДД на ебучих босс в таргете, нахуй, каст очень хорошо видно, но на пол экрана тебе ДБМ омрёт, блядь, жёлтой надписью аннигиляция ещё. Ну, значит, залагал. Пусть, ну, ладно, аннигиляция, да, идёт по таймеру, если ты долго, если долго сферку бил, то аннигиляция идёт как бы и похуй. Бьёшь ты, не бьёшь, блядь. Не, он разбил сферку и через 5 секунд... Ну, не он разбил сферку, а рейд бил сферку. Весь рейд бьет сверху. Если бить сверху долго, то аннигиляция будет идти. Она не будет ждать, пока ты сверху разобьёшь. Понятно, вот. Вы все били, он ее добил последний. Понял, что я имею в виду? На нем дебаф был, чтобы сбивать касс. Может, пролагал. Ничего страшного. Ну, на этот случай, типа, как бы там долго рейд сверху не бил, надо давать касты, смотреть, менять таргет на босса, смотреть, когда он кастует аннигиляцию. Если он начинает кастовать, надо уже, блядь, ну, сверху добили, там, полсекунды, блядь, смотришь, кастует, блядь. Да, бей шарик, пожалуйста, потому что, ну, у тебя даже животное на роге, блядь, больше, чем ты ударил, оно. Ты заткнешься сегодня, придурок? Нет.
Мне хуй покажет. Ты распизделся сегодня. Поймал эйфорию после Наригорна? Да. Давай, ну ты там откладывай меня на грань, понял? Блять, я упал, ебаный, вот я сейчас как вчера, походу, буду падать, только на этой нахер ничего не. Помнишь, как в обычке шаман шлепался, когда за книжками ходил? Он не шлепался, он спрыгивал под балкон, понял, чем хуйня? Ну, это получается, ты осквернение налил на вальки. Ну да, свернение в центре наличия. Ну давайте, надо еще сегодня хотя бы мага убить по-любому и копыта потравится. Уберитесь. Гнев вам нужен? Что-то надо убивать. Убьем копыта. Пиздец. У меня пока мы в каре, короче, уже чел закрыл фулл целка, оп, первый раз. 10? Нет, 25. Нормально. Час 40. А что это за гильдия такая? No plan. Не до пронос, что ли? Ааа, хан пиздобол. Ну просто линкут не ачиву. Ну там еще какой-то статик второй там или третий. Второй статик. Первый за столько и закрывает. Не? Да. Ну вот. Куда суета вышел? Релохом бы. Хавайте рыбу на полчека. А чё, две? Крик-крик. Парик бить будете? И 3 секунды аннигиляции. На сове. Друид, сбей. Молодец. Шарик, друзья, шарик. Бой каст. Любой каст, я сейчас начну орать. У меня макрос не жмется, не знаю. Бля, это же фрик, пиздец. Ну фрик, да. Базар. А нахуй вам макрос, блядь? Давайте на смотрителе посидим сейчас еще полчаса. Чё такое? Я масрез, дам, не вставай, Шаман. А из-за чего не появляется? У меня всегда появляется. Ну, у меня не появляется. Ничего не было. Да, там багается, да, и не появляется. Эксперл может багнуть, все что угодно. Так надо удалить Эксперл просто. СКД масс лесу половину, понял. Сейчас, да, он оффнут тогда, получается. Рез, я встану. Типа, у меня ничего, ну, как вообще даже не показалось. Да ты просто не добивай вообще. Посвичьте и убирайте руки нахуй, кто не может добить. Там процентов 50, ты просто стопаешь и бьешь босса. Угу. Ну, сори, мышка.
Это все бред, ничего не багается, типа, ничего не багает ни один аддон. Если какой-то багает, надо удалить. А обычные аддоны человеческие ничего не бафуют. Багалось только на Джайне, типа, потому что кастомный босс. В Каражане такого нет. Это удали, значит, Вуду. Нет, кастомный в смысле, вообще, типа, экспериментальный. Кара-то у них давно, уже, наверное, лет 7 у них кара. А Джайна вот 2 года. И то, по-моему, сейчас фиксили уже. Ну, значит, Вуду нужно удалить. Лол, блядь. Не, никуда не багает с Вуду. Дайте гроб за суммоним креста. Да, получается, что хорошо, что у нас первые молнии не аркан, да? Пикнет. Я думал, что на этом вообще невозможно упасть. Оказывается, возможно. На рунах там, да, там кинуло, блядь, в залупу куда-нибудь, кто-нибудь затупил. Но это вообще трэш. Чернокнижник, лампу не обосхитесь, пожалуйста. По шарику. Аннигиляция начнет каститься, добейте ебучий шар, на. Доводником следите только. Там сейчас дебафом ПВБ, выходи, пожалуйста. Шарику, по шарику. Аннигиляция будет, добейте шар, на. Ой, забиваем. Шарик появился за там. Три секунды аннигиляция, добейте и будьте шары. Лок. Пол хпшный, добейте, кто в состоянии сбить хаст, пожалуйста. Проводник сейчас будет. Ой, собьёшь каст? Бейте каст, друид. Давид, и в центр встали, в луну. Обоситесь на бучек, пожалуйста, молю вас богами, зерота нахуй, все меши, блять, будьте людьми, открывайте глаза, закрывайте. Близко подвел. Я диспель паладин с первого пати, поиск, а первое это тем очищение поставь. Напомни людям, какие руны не закрывают. Я уже забыл, ну типа один раз сказал, было запомнить. Росма, пожалуйста. Дай синюю джагу. Бро, агро, агро, кто сливает? У кого оман есть? Не могу подкошить. Войд Фьюри. Войд, повойду сальву. Дай паладин синюю джагу, о, вижу.
кистит легкую цепь у него, правильно? По 34 кистит. Рекорд, я просто прибил. Пускай Милик какой-нибудь ассист, перекидывая шаман с одного пати в другой, чтобы быстрее. Да, надо. На полипали подъедет, пусть и все, и два друида есть. Два друида пусть полипали подъедет. И этот багает. Пацанам туда и спать в бою перекидывает. Переход. За хуйня пала бежит, блядь. Герат не надо, нет? При первых нажмете Герат. Мы смотрим те секунды, выбегай уже. И в печеньке закрываешь, я под босс. Он и смотрит. Вроде все зубры. Или встали. Ходить. БР Аспана. И рост шаман. Если того как БР. БР, БР. Первый бьешь маленький рун и смотрим 3 секунды. Похуй, похуй. Руны разбежались. Дал избаун, закрыли руны. Ну, встали, стоите до конца, никто не... Была хуйня, что двое встали, двое выбежали, вайпнулись. Угу. Каждую карту повторяю, дебил. Потому что вы же отсталы. Руны, 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 смотри. Маленький печенье. Посмотрим 3 секунды. Под боссом я закрою. Дим на хп суета нажму. О, есть твой там лут в каком боссе? Это говно. На коже, сука. С духом причем. Рольте вот эту. Он сразу по спине отдавай этому. У меня такая хуйня лежит. Да, давай, добирай одну, я пойду похавать. А тебе не надо токен чернокнижницы, чешу? А, у тебя фул, хорошо, этот вот. По спина, идите покурите пару минут.